Первые весенние дни – период для работ по озеленению и благоустройству. Акция «Миллион деревьев» охватила все регионы нашей страны. Мероприятие по посадке декоративных деревьев и саженцев проходит на территории, включенных в программу «Обот-Кшлох» и «Обот-Махаля» – населенных пунктов, многоэтажных зданий и домов, парков, мест поклонения и сельскохозяйственных земель. Необходимо также отметить, что особое внимание уделяется посадке больших декоративных деревьев. О ходе занимательного и полезного процесса – материал из Ферганской области. На трассе Коканд-Фергана-Коканд движение всегда оживленное. Автомагистрали ведут в Ферганский, Алтай-Арыкский и Куштепинский районы, а также в город Маргилан, соединяя населенные пункты и являясь основным путем проезда прибывающих в регион гостей. С приходом весны и пробуждением природы здесь стартовали масштабные работы по благоустройству. Уже на протяжении 3 лет в нашей стране эта деятельность возложена на унитарное предприятие Узьолку Каламзор Лаштырыш. Основная цель мероприятий – увеличение и повышение качества зеленых насаждений вдоль автомобилей. Дорог. В процесс озеленения внедряются ресурсосберегающие технологии полива и ухода. В этом году будет высажено 40 600 саженцев декоративных деревьев. Благоустройство и озеленение автодорог производится с учетом снегозадерживающей, декоративной и шумозащитной функции. В настоящее время мы производим посадку 20 300 саженцев декоративных деревьев. Среди них ель, ясень, вяз и другие. Теперь наша основная задача – обеспечить должный уход за ними, осуществлять своевременный полив, придавать форму, подравнивать ветки, делать побелку. При этом особое внимание уделяется улучшению состояния и качества зеленых насаждений, формированию бережного отношения к природе, развитию питомников декоративных растений и цветочно-оранжерейных хозяйств для полного обеспечения потребностей зеленого строительства. Таким образом, работа кипит, растет число зеленых зон, преображается внешний облик автомобильных дорог, а главное, снижается негативное воздействие транспорта на окружающую среду.